Мне кажется, что пока все идет хорошо. Я была только пока на менеджерской сессии, но очень интересные доклады и очень интересные квалифицированные докладчики. Просто чума, конечно, это лестница. Мне кажется, только в Питере можно проводить конференцию в таком хорошем месте. Важно собираться как бы комьюнити, хоть оно и про разные технологии, но все равно важно объединять людей, чтобы люди происходила синергия между людьми, и они общались и обменивались мнениями. Это очень важно.